Мешает реклама, жми на крестик. Сегодня один из подписчиков дал мне поюзать Анубиса Света, и сейчас мы попытаемся протестить его третий интересный скилл. Так, куда мы сходим? Угу. 5 монстров у нас. Ну, давайте, к примеру. Я думаю, вот сюда. Самое главное, чтобы все 4 персонажа сдохли. Так, где наш... Ага, вот он. Спасибо, да, Сергею. Оп, сейчас понабираем всякий шлак, чтобы поздыхал. И попытаемся всех воскресить. Всегда было мне интересно, как работает этот скилл. Так, думаю, сдохнут они быстро. Вот этот третий скилл, он, по идее, в теории должен скрестить всех. Но сейчас мы это посмотрим. Ой, Виолент, блин, не в тему. Так, ну же, убивайте их, убивайте. Ну, кого ты бьешь? Что за... Ага. Здесь дальше не повезет больше. Не очень в тему Виолент, рукой так, что не мешает на восстановлении. Атакует врага 3 раза. Понятно. Ну же, голема, убейте, убейте. Нет, ну это бред, блин. Может, хоть на боссе получится. О, отлично, один сдох. Отлично, отлично. Так, так, так. Убьем вообще этого, так как... Оп. Отлично. И сейчас момент истины. Воскрешаем мы всех, по идее, 4. Ну-ка, понеслась. Поставим замедление. Прикольно. Реально прикольно. Так, ну и посмотрим, как там бьет второй скилл. Пух-пух-пух. Мне понравилось. Прикольно воскресил. Прямо армия Анубиса. Да.